магазинчик Ассортимент в Самаре. Очень хороший граффити став. Вполне по презентабельной цене, как в граффити магазине, даже дешевле. При большой покупке ассортимента возможна скидка. На канале Malware Graffiti. Погнали делать обзор на Montana Hardcore. Всем привет! Вы на канале Malware Graffiti. И сегодня у нас обзор на старую краску, добрую, проверенную, лимитированную. Montana Hardcore. Как вы просили. Этот видеоролик сделан при поддержке граффити-магазина Формат в городе Самара. Спасибо им за подгон данной краски, тем более еще лимитированной. Вот сейчас будем снимать тест-обзор, а вы, пожалуй, проходите по ссылке в описании. Там будет этот данный магазин, можете что-то заказать, ознакомиться с ассортиментом. Там вполне очень хорошие и приемлемые цены для того, чтобы вы закупили граффити-став. Мы еще раз поблагодарим за предоставленную возможность протестировать хардкор. Погнали! С этой банкой, которую сейчас сделали лимитированную версию, Limited Edition, 25 лет, идет что у нас? Идет, ну, вот защита, да? Идет кэп. Я, насколько понимаю, это как Lego кэп. Ну, говорят, вот он по типу Lego Fat Cap. Мы будем им сейчас, собственно, и намечать, и заливать. Что я могу еще сказать? Идет старая защитка, которая шла вот на этих хардкорах. Это я этим хардкором очень давно рисовал, помню. Ну, таким именно дизайном. В общем, сейчас проверим, что коллабан, как краска, и будем стандартным кэпом. Надевается, кстати, очень хорошо. Будем намечать кристальчик. Какой хороший коллабан, ребята. Я удивлен. Я знаю, что вышла лимитированная версия, именно три цвета. Хром, черный и белый. Мы выпросили только хром черный. И это уже здорово, и за это уже спасибо. Даже тот старый раритетный запах остался, прям аж вспомнил молодость сразу. Этот хром ведет себя вроде неплохо, но именно по самому кэпу я и понятия не могу. Когда я намечаю, как-то он какие-то проблески дает. Именно когда давление клапана нажимаешь, как будто как-то он выбрасывает очень, выбрасывает со стороны клапана. Давай сейчас попробуем, будем заливать и посмотрим, как краска себя ведет. С того же стандартного кэпа. В общем, закончили мы заливать. Хром себя проявил. Ну, знаете, хром за сколько банк стоит? 320 рублей. Немного мог бы и чуть лучше себя продемонстрировать. В принципе, неплохо. Прокрыв идет неплохой, как лимитирка. Но я думаю, скорее всего, эти банки покупают для того, чтобы поставить. А я же, видите, вспоминаю было. И вот мог бы дом, да, поставить, там, сказать, видос как-то отснять по-другому. Но мы... собственно, показываем, как именно хардкор пишет, и вот осталось ли то былое в хардкоре, что раньше мне так притягательно нравилось. Поехали. Это хуйня какая-то. Короче, ребятки, хром, могу сказать, хорош. Да. Слишком хороший. Он слишком хорош для того, чтобы, блядь, перекрывать черный. Я не знаю, но это вообще какой-то прикол. О, вот это видно. Да. Да, магазин, конечно, огромный респект за то, что загнал как раз нам на обзор, но, блин, ну сам хардкор, это что-то какая-то вообще. Хм.
хром вроде неплохой, да и черный тоже неплохой, но я просто вижу, как она впитывает. При том, что мы сейчас подождали минут где-то 20, стояли, пока высунет, я там подходил, просто пару линий сделал, чтобы... Все равно без изменений. Надо именно... Есть этот... Outline называется... Montana Black, она как раз по хрому хорошо ходит. Со скинь, хоть он как-то линию тонкую ведет и четкую, когда я провожу. А с фэтом прям вообще... И причем, да, я попал на хром, а он просто впитал. Местами, что-то мне кажется, где-то нормально черный проходит. Ну, это, наверное, я себя просто... Там, где ты, наверное, на хром не попадаешь? Не, вот что попадает. Да нет, все равно видно, он впитывает, он, ну... Хром-то вроде хорош, но типа он как серебрянка сделан. Мне кажется, по типу серебрянки. Серебрянка, когда покрывает, на ней потом кто-нибудь рисует, она как бы это, впитывает в себя. Может, дело в бетоне? Он мне напоминает бёрнер. Я помню, когда-то по бёрнеру тоже не мог нормально законтурить, независимо какой краской. И по бёрнеру, помню, нормально подходил по хрому, делал, ну, типа, мастикой таким средством. И думаю, поэтому хром, в принципе, так же. Хром-то неплохой, действительно неплохой. Он мне даже, можно сказать, нравится. Такой, он мне чем-то на изи напоминает, опять-таки, по своему... консистенция, да, скажем так. То, что он так жестко цвета съедает, ну, блин, это может быть плюс, да, если вы где-то делаете кусок с расчетом на то, что вы взяли на заливку мастику и законтурили, и думаете, что вас потом забафят. Работники мэрии вас забафят, так что этот хром по-любому впитает их воду, эмульсию и все остальное. Кстати, вот я даже прокрашивал, ну, можно сказать, плотничком, ну, там, относительно, и это, ну, как, ну, неплохо, кстати, осталось, ну, так, чуть-чуть там осталось, не сказать, что много, и не сказать, что крополя-крополями, при том, что я 30 раз заливал, в некоторый момент какие-то проводил, неплохо, сейчас черным чуть-чуть доделаю и будем завершать. В общем, покраски хардкор, вот так залилась. Не, хром неплохой. На вот такой вот примерно рисунок. Ну, уж, ну, четверть, да, осталось, наверное, по-любому. Я нормально прокрашивал, не как где я там снимал на 94-ку и на Montana Black, где я там оставлял какой-то прогал, с исключением того, что боялся, что мне не хватит краски. Здесь, в принципе, я заливал относительно плотничком. Хром себя проявил вполне неплохо. По самой консистенции хром тоже интересен. Черный вроде тоже неплохо, вот если взять по объему, мы объем сделали, он, да, он не впитался на объем, но он впитался именно в самом хроме. Тем самым нужен black outline. Именно он тогда будет хорошо себя проявлять, но это у всех проблем с хромами такая ситуация. В общем, что, еще раз хочу поблагодарить магазин Формат в городе Самара, который предоставил на обзор данную краску. Адрес будет указан по ссылке в описании. Вы как раз пройдете, ознакомитесь. Я не знаю, возможно ли у них доставка. Я думаю, они что-то придумают, но цены вполне не кусающие. И, кстати, еще такой момент. При заказе большого ассортимента он может вам предоставить скидочку и можете сказать, вы от MLR Graffiti, чтобы в следующий раз, может, там еще что-то подогнали интересное. И мы обозрели. Еще раз благодарю за данную краску. За первый раз получил что-то на обзор бесплатно. Такой вот нарисовали рисунок. А вам подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите, как вам данный хардкор. Хардкор ностальгия. 25 лет. И рисунок получился, как бы 25 лет здесь висит. До новых встреч. С вами был MLR.